Привет. Привет. Привет и добро пожаловать на вашу летнюю работу и в новую улучшенную пиццерию Фредди. Ну, я здесь для того, чтобы поговорить с вами о некоторых вещах, с которыми вы можете столкнуться в течение первой недели. И чтобы помочь вам пройти этот интересный, новый и захватывающий карьерный путь. Ну, теперь я хочу, чтобы вы забыли все, что слышали о старом месте. Вы меня понимаете. Ну, некоторые люди все еще относятся к компании с недоверием. Старый ресторан оставили гнить на долгое время. Но я хочу вас заверить, компания стремится к тому, чтобы семьям было весело и прежде всего безопасно. Они потратили целое состояние на этих новых аниматроников. Распознавание лица, улучшенная мобильность. И они даже научились ходить в течение дня. Разве это не здорово? Да, но самое главное, они все подключены к какой-то базе данных преступников. Поэтому они могут обнаружить преступника. Черт возьми, это мы должны платить им, чтобы они охраняли тебя. Ну и теперь, как говорится, не бывает новых систем без неполадок. Ты только второй охранник для работы в этом месте. Первый парень отработал всю неделю, но жаловался на условия. Мы перевели его на дневную смену. Так что ты еще сливчик, не так ли? Главной его беспокойностью было то, что какие-то персонажи передвигались по ночам и пытались попасть в его кабинет. Теперь то, что мы знаем, не является таковым на самом деле. Ох, этот ресторан должен быть самым безопасным местом на Земле. Такие дела. Наши инженеры действительно не могут объяснить или выдвинуть теорию, почему они перемещаются в ночном режиме. Получается, когда в ресторане становится тихо, они думают, что они в неправильном месте и пытаются найти людей. И в этом случае твой офис. Поэтому наше временное решение проблемы заключается в этом. Смотри, есть музыкальная шкатулка, ее можно завести дистанционно. Так что каждый раз при просмотре камер посещайте призовой уголок и заводите ее на несколько секунд. Но срабатывает далеко не на всех аниматроников, а только на одного. Ну а что до остальных, у нас есть простое решение. У некоторых аниматроников есть незначительные ошибки в системе, которые будут видеть вас как эндоскелет без костюма и захотят вас засунуть в костюм. Для этого мы вам оставляем пустую голову Фредди, ну иначе говоря, маску. Одевайте ее, и проблема решена. Вы можете одевать ее в любое время и снимать, когда захотите. В конце концов, те, кто зайдут к вам в комнату, пойдут блуждать в другую сторону. Стоит упомянуть, что из-за современного дизайна здания вы, возможно, заметили, что нет дверей, чтобы закрыть помещение. Но ведь у вас есть свет. И даже если ваш фонарик разрядится, здание не может быть обесточено. Так что не беспокойтесь о темноте. Ну, я думаю, что вы продержитесь. Проверьте фонарик, одевайте маску Фредди, если это будет необходимо. И следите, чтобы музыкальная шкатулка была заведена. Спокойной ночи. Поговорю с вами завтра. Thank you.
Привет, привет. Видите, я же сказал вам, что первая ночь не будет проблемы. Действительно. Ну, теперь я уверен, что вы заметили старые модели, которые сидят в задней комнате. Они со старого помещения. Мы просто пустили их на запчасти. Сначала была идея их отремонтировать. Их даже начали модернизировать новыми технологиями. Но они были настолько уродливые, ну, вы понимаете. И запах. Так что компания решила пойти совершенно в новом направлении и сделать их супер дружелюбными к детям. Ну, старые модели не должны ходить вообще. Но если они это сделают, то Фредди считается у них за главного. Используйте маску Фредди. На них это должно сработать. Я люблю этих старинных персонажей. Вы когда-нибудь видели пирата Фокси? Ой, подождите. Ах, да. Фокси. Слушайте, он всегда был немного нервным. Я не уверен, что трюк с головой Фредди защитит вас от Фокси. Если по какой-то причине он активируется в течение ночи, и вы увидите, что он стоит в дальнем конце зала, просто светите фонариком на него время от времени. Старые модели всегда дезориентировались от яркого света. Это приводит их к перезагрузке системы. Ну или что-то в этом роде. Но если вы захотите, то можете поискать этих персонажей на камерах. Это может удержать их на месте на несколько секунд. Может быть, на некоторых новых моделях это тоже сработает. Еще одна вещь. Не забывайте про музыкальную шкатулку. Я буду честен. Я никогда не любил кукол. Этот всегда был таким. Думал, может пойти куда захочет. Я не думаю, что маска Фредди сможет его обдурить. Так что просто не забывайте про музыкальную коробку. В любом случае, я уверен, что это не будет проблемой. Ну и спокойной ночи. Я поговорю с вами завтра.
Привет, привет. Идите, я ведь сказал вам, что у вас не будет никаких проблем. Фокси когда-нибудь появлялся в коридоре? Наверное, нет. Мне просто было любопытно. Как я уже говорил, он всегда был моим любимцем. Они пытались переделать его, ты, наверное, знаешь. Они думали, что первая модель была слишком страшной. Поэтому они переработали ее, чтобы была более приятной для глаз ребенка. И поместили ее в детскую бухту. Малышей оставляли, они развлекались. Ну, вы знаете. Дети такие дни не могут просто держать себя в руках. Персонал должен был буквально восстанавливать Фокси снова и снова после каждой смены. Так что, в конце концов, они прекратили и оставили ее. И сделали игровой уголок разобрать и собрать. Теперь она просто набор частей. Я думаю, что сотрудники относятся к ней просто как к мусору. Прежде чем я уйду, я хотел обличить ваши сомнения о таких слухах, возможно, о которых вы слышали в последнее время. Вы знаете, эти местные рассказы как приходят, так и уходят. И это может означать все, что угодно. Я могу лично заверить вас, что бы ни происходило там, и как бы это ни было трагично, не имеет ничего общего с нашим заведением. Это просто все слухи, спекуляции людей, пытающихся на этом заработать. Вы знаете, наш охранник в течение дня сообщал, что ничего необычного не происходило. Скоро его смена закончится. Ладно, в любом случае мне пора. Я поговорю с вами завтра.
Thank you.